Это главные новости. Мы продолжаем. Казахстанцы в будущем смогут летать во Вьетнам без виз. Соглашения о взаимном отказе от визовых ограничений подписаны были сегодня во время официального визита президента Касым-Жомарта Токаева в Ханой. В первую очередь делегация Казахстана возложила цветы к монументу национальным героям и мавзолею Хо Ши Мина. Национальный лидер и первый президент Вьетнама в 1959 году приезжал в Казахстан. Тогда его встречали председатель Совета министров КАЗ СССР Динмухамед Кунаев и известный казахский ученый Каныш Сатпаев. Воздав должное памяти выдающегося государственного деятеля Вьетнама, президент Казахстана провел плодотворные переговоры с действующим главой страны Во Ван Хеонгом. Обсудили сотрудничество в сфере инвестиций, нефтепереработки, агропромышленного комплекса, торговли и культуры. Касым-Жомарт Токаев пригласил коллегу посетить с визитом нашу страну. В первый же день делегации подписали 12 документов. Также глава Казахстана провел встречи с председателем Национального собрания, генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама и премьер-министром страны. Мы достигли очень важных договоренностей, которые будут способствовать укреплению наших отношений и сотрудничества во многих областях. У меня также были встречи с вьетнамскими бизнесменами. Я твердо намерен поддержать их присутствие на казахстанском рынке. Мы будем содействовать их деятельности в Казахстане, поскольку искренне заинтересованы в длительном присутствии вьетнамского бизнеса в нашей стране. Ряд документов и соглашений, подписанных двумя сторонами, является прочной основой для реализации сотрудничества. В будущем. Бизнес-гиганты Вьетнама выразили готовность не просто рассматривать Казахстан как перспективное направление, а приступить к реализации проекта, в частности, построить торгово-логистический центр и увеличить количество авиарейсов в нашу страну.